Турция купит у России зенитные системы С-400. Это первый крупный договор между странами на поставку оружия и первая сделка Анкары на покупку вооружения не у члена НАТО. Турция, напомню, в альянсе с 1952 года. По данным местной прессы, речь идет о 4 зенитно-ракетных комплексах. Они защищают от нападения с воздуха. Президент Эрдоган заявил, что задаток Турция уже внесла. В Пентагоне еще в июле возражали против этой сделки, ведь С-400 оружие несовместимое с натовским. Но Анкара уже несколько лет пытается увеличить дальность своих ракетных систем, а у С-400 она в несколько раз больше, чем у американской «Патриот».